В картинной галерее «Люберец» прошло вручение волонтерских книжек. Ряды добровольцев пополнились новыми участниками. Как прошла торжественная часть, расскажет наш корреспондент. В России волонтер и доброволец – равнозначные понятия. Это человек, который безвозмездно выполняет любую работу или занимается общественной деятельностью. И с каждым годом количество таких людей растет. Неравнодушных людей действительно и в ситуации, и в целом становится все больше и больше. В 4 раза у нас увеличилось количество волонтеров. И это не просто цифра на бумаге, это реальные люди, реальные ребята, которые сегодня сопровождают более 100 мероприятий. Волонтеры участвуют в ярких и важных событиях городского округа, вкладывают в дело свои навыки и время. Помимо помощи в организации мероприятий, это и новые знакомства с людьми, у которых уже есть общие интересы. Ребят, вы вступаете в ряды такого сообщества, очень правильного, позитивного. Самое главное, что ни одно наше мероприятие, массовое, культурное, ни одно мероприятие не проводится без вас. Спасибо вам за это огромное. За свои достижения волонтеры получили почетные грамоты. Анни Фельдман, глава городского округа Люберцы, вручил благодарственное письмо за активное участие в волонтерском движении. Волонтерством я занимаюсь уже больше 5 лет в этом городе конкретно. И мне нравится это дело. В принципе, помогать людям. Это новые знакомства, во-первых. Много полезных дел и наград. Больше всего мне нравится, конечно, организация мероприятий и навигация и помощь во время этих мероприятий. Ряды волонтерской организации пополнили 200 новых добровольцев. На территории Люберецкого округа их численность превышает 1000 человек. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.